Всем привет, друзья! С вами Сторминг. И сегодня мы охотимся на кабаргу. Охота на кабаргу в Сибири. Если кто-то не знает, что такое кабарга, это небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых. И латинское название вида происходит от греческого мускус. Переводится как несущий мозг. Да к чему весь этот бред? Давайте, друзья, продолжим охоту. Какая хуй разница, как ее там переводится по-гречески или по-немечески, блядь. Короче, мы прём. Мы заметили след. Кто на кабаргу стал охотиться в Сибири, протагонистом будет он в моем эфире. Благодарю за лайки вас, друзья. Не надо слов, их было дохуя. Итак, мы вот сейчас видим эту самую кабаргу, она очень даже неплохо отдыхает. Мы попробуем подкрасться, как же иначе. Итак, мы сейчас подкрадемся с тылу, сзаду. Она встала. Лежать. Отлично. А теперь тихо. Тишина. Неимоверная тишина. Я так чувствую, что... Она тоже чувствует мое присутствие. Лучше бы, конечно, не чувствовал. Лежит. Ушами шевелит. Ну, сейчас буквально еще 2-3 метра. Максимум 5. По возможности 7. И будем стрелять, друзья. Охота началась. Охота началась. Прекрасный вид. Даже жалко стрелять. Но тогда не было бы этого видео. Куда деваться? Куда деваться, друзья? Поехали. Несколько секунд без комментариев. Прощаюсь и до новых встреч!